Этим гаражам на проспекте Карла Маркса не один десяток лет. Некоторые уже основательно проржавели. Информации о владельцах в районной администрации нет. А это значит, гаражи бесхозны и подлежат сносу. Также в списке на демонтаж гаражи на улицах Самарская, Чернореченская, Арцебушевская и Ленинская. Подробный поадресный список можно найти на сайте городской администрации. Всего в Ленинском районе запланировано убрать 136 гаражей. Если у владельца есть документы и гараж установлен законно, то необходимо сообщить об этом в районную администрацию. У них есть возможность в течение месячного срока обратиться в наш район, отдел архитектуры, уточняющий информацию, предоставлять все документы правоустанавливающие на то, что у них есть право нахождения их имущества на данном земельном участке. Владельцы железных гаражей, которые установлены без соответствующих документов, могут вывести их самостоятельно. Иначе через месяц все гаражи из утвержденного списка демонтируют. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События.